Кондиционеры, видеокамеры, контейнеры для раздельного сбора мусора. Чем еще будут отличаться новые вагоны, которые уже в будущем году начнут перевозить пассажиров по железнодорожным маршрутам страны? Казахстан приобрел технологию изготовления у россиян. Первая партия, 63 плацкартных вагона, уже курсирует по маршруту Алматы-Мангыстау. Тему продолжит Камила Тастанбекова. Около 150 новых вагонов пополнят железнодорожный парк Казахстана в 2020 году. Они будут изготовлены в Нур-Султане по технологии Тверского завода. Как сообщил национальный перевозчик, вагоны такого типа широко используются на пространстве СНГ. Их отличает большая вместимость и комфорт. В каждом будет работать система кондиционирования, а также видеокамеры в коридорах и тамбурах. Доступ к записям будет у полицейской службы в случае непредвиденной ситуации и для безопасности пассажиров. В каждом купе и коридорах установят по две электрические розетки. Холодильник для проводника. Срок службы новых пассажирских вагонов составит около 40 лет. Колесившие до них по стране испанские «Тальго» больше выпускать не будут. На сегодняшний день, как мы полностью прекратили, получается, строительство вагонов «Тальго», у нас осталось на заводе 62 вагонных комплекта, которые будут дособраны, и все. После этого производства вагонов этих не будет. Причина, по которой отказались дальше сотрудничать с испанскими партнерами, это финансовые риски. На тот момент, да, эти вагоны мы при производстве планировал, что будет выпускаться и будут обеспечиваться скорость, при которой будет ходить и будет производство. Но ввиду того, что эти вагоны кредитовались и брались под валюту, под иностранные деньги. То есть на сегодняшний день, ввиду того, что прошла девальвация, сейчас все эти валютные платежи, они возросли. То есть риски увеличились. Всего на сегодняшний день в железнодорожном парке страны более 2000 вагонов. Почти половина уже отслужила свой срок. Камила Тастанбекова, Алибек Алиев, Хабар 24.